так как уже лето подходит к концу, сегодня я решила вам рассказать о моих покупках в школе. Я их совершила очень мало, потому что у меня осталось очень много хороших вещей с прошлого года, и я закупилась только таким самым необходимым, поэтому сегодня я вам это покажу. Поехали! Давайте, наверное, начнем с канцелярии. Первое, что я хотела бы вам показать, это вот такой вот дневник. Он самый обычный, очень похож на телесный цвет. Я не знаю, как его еще описать. Самый обычный, черная надпись, кого и на какой год. Я не хотела никакому номерный дневник, поэтому выбрала самый обычный. Следующее, без чего я не могу обходиться в новом учебном году, это новый пенал. Сколько у меня только этих пеналов не было. И вот это новый, очередной, с вот такими вот маленькими солнышками. В прошлом году был очень похожий пенал с карандашиками. У него была такая же форма. И мне с ним было, в принципе, очень удобно. И я подумала, почему бы не купить такой же, просто другим ароматом. Дальше давайте приступим к тетрадям. Их я купила очень много, так как в этом году к нам, нам прибавляют новые предметы, такие как физика, информатика. И математика делится на геометрию, алгебру. И короче, тетради на это намного больше, чем в прошлом году. И поэтому сейчас вам буду их просто показывать и периодически говорить, в каком я магазине это купила. Наверное, начнем с черновиков. Я купила самые обычные зеленые тетради. Они просто на сколько? Они на 12 листов, клеточку, на геометрию, на алгебру. Это 100% понадобится. Да и думаю, мне дома тоже понадобятся черновики, потому что если я трачу обычные листы, то можно потратить все эти тетради. Далее давайте я вам покажу тетради, по-моему, две вот этих вот тетради, они на 12 листов. На такие предметы, как, знаете, ОБЖ, музыка, то есть там, где очень мало писать, но тетради там нужны. И вот такая на 18 листов, предмет потяжелее, там, где мы пишем много. Я не помню таких предметов, но думаю, они 100% понадобятся, поэтому пусть они еще будут. Первая тетрадь с вот такими геометрическими фигурами, тут всякие звездочки, треугольнички. Думаю, это пойдет на геометрию, потому что она очень как-то похожа на геометрические фигуры. И думаю, связь имеется. Далее вот с такой вот дорожкой и домиком. Я не знаю, что это за герб, но мне очень понравилась такой сильная тетрадочка, поэтому купили ее. Далее вот такая тетрадочка с путешествиями, с разными мостами. Читать я не буду, потому что вы знаете, что мой английский просто шик. Далее вот такая вот тетрадочка с морюшком, на котором я не была. Обидно. Всякие полароидики, очки и всякое то, что принадлежит к морю. Вот. Буду плакать, когда посмотрю эту тетрадочку. Далее вот такая вот тетрадка радужная, оригами. Это, по-моему, одна из многих, которая в линейку. Вот она очень милая и красочная, и 100% она будет очень ярко смотреть, чтобы вообще в школе будет, и может быть даже разукрашивать их как-то. Далее вот такие вот две тетрадочки с Францией и Англией. В Франции это получается Париж, а в Англии это Лондон. Во Франции я была в Париже и хочу побывать в Лондоне. Поэтому эти тетради, мне кажется, будут как-то к мечтам меня вести, но это не точно. Далее вот такая вот тетрадочка с милыми божьими коровками. Такая с цветочками. И еще вот такая вот с лесом, наверное, с горами. Они все очень красивые и очень насыщенные, это мне прям нравится. Далее у нас идет вот такое вот огромное количество всяких разных ручек, карандашей. Ручки я покупала в фикс прайсе, по-моему, они там, и это очень нормально, потому что такое огромное количество ручек как раз-таки на учебный год 100% пойдет. И также купила вот такие вот карандашики, обычные простые, у которых на конце есть блестяшка. Это очень мило и вообще классные карандашики. Канцелярию мы закончили, поэтому давайте же приступим к одежде, портфельчикам и так далее. Первое, что я хочу вам показать из одежды, это вот такой вот портфельчик. Я его заказывала на AliExpress. И все то, что из одежды и будет вот портфельчик, я заказывала на AliExpress, ссылки оставлю в описании. Ну, повторяюсь. Вот. Он очень классный, и на вид он кажется очень маленьким, но когда я померила его по нашему большому учебнику, он оказался очень вместительным, и я очень обрадовалась, что купила его, поэтому теперь буду счастливенькая. Первое, что я купила, это было вот такое вот платье с белым воротничком. Это самый маленький размер, который мы смогли найти вообще в магазине.
магазине, и это единственное платье, которое вообще единственное из одежды, что мы покупали в моем городе. Все остальное мы заказывали на Алиэкспресс. Класс, обожаю Алиэкспресс. Платье очень легкое и до колена, но это все сводится к моему росту. В общем, оно очень классное и очень мне нравится. Следующее, это вот такая вот куртка, она очень классная, здесь у нее буковочки, но они не до конца, а сзади такая небольшая просвечивающая полоска, которая, так скажем, более-менее дышит. Это, конечно, Алиэкспресс, это синтетика, но не та, которая приходила мне видео про Алиэкспресс. Если кто не видел, то тут видео будет подсказочка, поэтому обязательно посмотрите. В общем, блузка классная и в школу на 100% пока. Далее у нас такая вот блузка, она с такими очень классными рукавами. Они, знаете, как юбка плессированная, очень милая блузочка, она мне очень сильно нравится, потому что она не обычная прямая белая, а с каким-то небольшим таким своим плюсом. Да, мне это плюс. Предпоследняя блузка, которая поразила просто на всех шок, это вот такая вот голубая с миленькой солнышкой. И вы спросите, почему она поразила на всех шок? Потому что она пришла хлопковая. Угу. С Алиэкспресс хлопковая. Мы даже не надеялись. Но она, кстати, была дороже всех тех блузок. Но блузка очень хорошая, длинная, классная. Потому что такая милая солнышко. Вообще очень мило, классно и все. И последняя блузка, которую хотела бы я вам показать, это вот такая вот персиковая. Она с таким интересным, это как бы вырез, но я не знаю, как это еще правильно назвать. В общем, у нее нет пуговиц. То есть, значит, одевается через голову, тут нету пуговиц, нигде нет пуговиц. Она вообще вся прошитая, сшитая, очень классная, нежного персикового цвета, потому что вы скоро думаете, что она какого-то зеленого. Но она очень классная, миленькая, поэтому тоже... Я вообще очень рада, что все, что мне пришло с Алиэкспресс, оно мне подошло, и я этому очень рада. Ну, это все, это были все мои покупки в школе. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Не забывайте ставить пальчик вверх, подписываться на мой канал. Я вас всех очень сильно люблю. Пока-пока.